Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Кэт Макс и очень много подписчиков. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. У нас снова рубрика «Как аниматроник настоящий». Кэт Макс, поздравайся. Всем привет. Я придумал так, что мы поставим очень много NPC, и есть такие же у нас точь-в-точь пилпаки. И определить, где настоящие, где нет, будет, наверное, очень сложно. При этом мы будем брать руки камеру. Видите, ничего не видно, ни ника, кто это ходит. Всем сделали по одному хп, и с посрочи я смогу вырубать, если это человек. Вот так вот. Видите, этот не бьется, потому что это не настоящий. А настоящего... А ну, Кэт Макс, подойди ко мне, я вырублю тебя. Покажу, как это выглядит со стороны. Во, смотрите. Хоп, все, я угадал, что это человек. И он будет со мной ходить и их искать. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. А я немножко улечу, чтобы не видеть, где они там ходят. Так, все, вообще не видно никого. Давайте, ребята, даю 10 секунд слиться с толпой, и мы будем начинать. Все, я надеюсь, уже можно идти, спускаться со ступенек, модным быть. Наверное, будет очень сложно угадать, где кто ходит. Но если кто-то будет shift нажимать, сразу будет видно. И я их буду палить. Вот-вот-вот, смотрите, идет челик. Вот он, как вы думаете, настоящий или нет? Уже пора кого-то вычислять. Вот-вот-вот, я вижу, вот это вот настоящий человек ходит. Нет, не угадал, не угадал. Вот. Тоже нет. А их так много? Они с первого раза могут не вырубаться. То есть именно подходишь, ты можешь промахнуться. Надо прям специально нацелиться на них. А-а-а. Я слышу, как я бью. Я слышу. Вот. Блин, видите? А вот это вообще нельзя ударить. Блин, непонятно. Вот мне кажется, сюда человек ходит. По-любому ходит человек. Есть, я угадал. Давай, теперь ты. Показывай. Как ты думаешь, где ходит не настоящий? Вот, да? Или не? Прикольно, мы придумали. Когда вычисляешь аниматроника, построча бьешь. Угадал, угадал. Так, ну надеюсь, кто-то будет вообще здесь сильно замаскирован, и мы его никогда не вычислим. Так, они друг в друге застряли, мне кажется, это не настоящий. Вот-вот-вот, смотрите, ходит. Давайте подумаем. Так, идет. Куда он идет? Если он резко повернет, не... Вот, смотрите. Непонятно. Как думаешь, этот человек? Давай попробуем. Нет. Ну. Нет, построч не прописывается. Откуда тут солнце светит? Прикольно. Один лучик от солнца. Непонятно. Все ходят и лупят центральных. А где мне раз где-то... Если я буду прятаться, я буду прикольно. Я буду где-то шкериться за углом. Или в дом забегу. Вот, мне кажется, вот этот человек начал ходить. Вот прям видно. Нет. Нет. Вот, Чика ходит. По-любому. По-любому человек. Нет, не настоящий. Искусственный. Давайте в центре соберемся карты и посмотрим, сколько нас. Так, раз, два, три, четыре... 3, 4, 5, еще 6. Так что, мы никого... Мы уже всех нашли, что ли? Ну да. Кого вы ходите? NPC ходите, бьете? Так, давайте, кого я нашел самого последнего? Ты кого вообще нашли? Меня нашли в таком. Так, акула, тогда улетай. Улетай за карту, мы скажем, когда тебе идти сюда. Все, он скрылся. Пацаны, берем, сливаемся с толпой. А я еще поставлю парочку штук. Нет, вот эти всегда, они жесткие какие-то. А, это тот же самый. А что другие не берутся? Создать с помощью... Ага, все, я уже вижу, FPS начинает немножечко падать. Ну, мы их поставим очень много штук. Так, я скажу, когда акула, еще не лети. Еще рано. Очень рано. Вот, это вообще мы сильно сделали. Пилпак. Так, давайте, наверное, возьмем все-таки вот этого челика. Так, акула, я тебе сейчас скажу, когда можешь вылетать. Все, можешь идти искать нас. Так, я слышу, как он уже лупит пацанов. Так, тут вообще столько NPC ходит, как у себя дома. Так, давайте будем наблюдать, как он лупит всех посрочами. Так, слышу, лупит. Так, нашел тигра. Так, я вижу, где ходит тоже настоящий челик. Пошел. Вообще не палевно. А не, хотя это, наверное, NPC был. Я слышу, как он лупит их. Так, там эти аниматроники проломали ворота. Так, нашли еще одного. Так, идем.
Так я вижу, где человек ходит, я вижу. Пацаны, кого там нашли, кого не нашли? Меня еще не нашли. И меня не нашли еще. Я хожу. А, вижу, пацан бежит, 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 бежит. Так, хочет кого-то ударить с посрача. Классно, что я поставил много вот этих Фредди медленных. Они вообще так беспалевно ходят. Особенно вот этот медленный, вообще желтый. С поломанной... А, у меня тоже поломанная рука. Он так медленно ходит. Надеюсь, ребят, вам эта рубрика нравится. Вы поставите лайкосик, подпишитесь на канал. Потому что я всегда пытаюсь что-то новенькое придумать. Надеюсь, эта рубрика вам зайдет. Будем ее частенько снимать, просто на разных картах. Ходят, ходят, лупашат. Так, камера в руках, чтобы было обязательно. Так, чика не настоящая. Так. Кэт Макс, тебя нашли? Да, меня нашли. А, ну ищите теперь настоящих. Непонятно, кто настоящий здесь. Так, надо посмотреть, как Фредди реально ходит, а то я, наверное, палюсь немножко, да? Ха-ха, только не слышно, с разных сторон посрачи летят. Лупаш, лупаш! ФПС немножко проседает. Давайте удалим парочку штук. О, отлично. Давайте гуляем, гуляем, гуляем. Кэт Макс, я забыл тебе сказать, чтобы ты мне жизнь убавил на 1%. Это прикольно. Можно вечно так играть и издеваться над вами. Пацаны, давайте, кого нашли, идите на центр, я посмотрю, сколько вас. Вообще классно, не вообще не палюсь, просто иду себе и все. Ай, нашли! Да ладно! Так, кто еще остался? Все в центр заберите, соберите. Да, давайте, может опять всех нашли? Так, раз, два, три, четыре, пять. Так, пацаны, теперь мы можем брать админские пистолеты, а он может нас убивать. Все, ты можешь нас убивать. Только не так, что сразу всех скосили. Димас. А че он не умирает? А, умирает. Ребят, берите админские пистолеты. А, они не могут брать, тогда будем играть, Макс, с тобой вдвоем. Так, будем выносить потихоньку, искать его. По-любому где-то тут ныкается. Надо всех убить на карте. Так. Вынести всех, пацаны. Пошла миссия. Ой, я кого-то из пацанов убил. Извините, обстоятельства. Так, давайте вообще что-нибудь жесткое сделаем. Сейчас. Атомная бомба? Нет. Ах ты скромный, мужичокс. Буду мстить. Тут еще аниматроники по карте все бегают. Пацаны, убегайте. Бум. Не-а, не убило. На рабочий стол? Не на рабочий стол. Вот это ярко на улице, очень. О, тут дамажит, только не сильно. Че, живые остались? Хорошо, пацаны, собирайтесь на центр, я вам покажу еще одну бомбу. Как ее активировать, надо будет... Только я скажу, когда в них стрелять. Короче, надо в нее будет пострелять, и она взорвется очень сильно. Сейчас, 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 есть у меня. Вот она. Да, только, пацаны, я скажу, когда активировать ее. Мы всего взорвем. Ой-ой-ой, пацаны, я не знаю, вылетит горисмот или нет. Ну, что, давайте, стреляем хоть по одной какой-нибудь. Бум. Вот такую вахханалию люблю делать. Воу, это все бомбы сейчас взрыв... Ух ты. Ты что там сразу, просто моментальная смерть. Это однозначно лайк. Пацаны, вы что-то видите? О, я вижу кого-то здесь. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!